Всем салам алейкум, друзья. Сегодня будем тестить очередной китайский прицел. В предыдущих видеороликах мы тестили вот эта фирма. Сейчас с собой коробку не взял. SV Bonny, короче, как-то вот так читается. На этот раз уже чуть покруче прицел. Тот же китаец, продавец, связался и предложил мне потестить. Не реклама, а просто потестить прицел. Посмотреть, как он держит, например, вот калибр 7,62 на 39 Исайги МК. 2010 года выпуска Сайга. Вот, и к тому же, друзья, мы проверим вот эту крышку от Мехсовера. Хваленная вот такая крышка. Я уже предварительно его потестил, пока вроде бы нормально держится. Прицел 3.9 на 40, 40-я линза. Объектив 40-й. Отстройка от параллакса. Тактические барабанчики, обнуляемые. Шикарно все кликается. А единственное, эти... кольца обычные китайские, которые стоят 200-300 рублей. Вот так присобачил, поставил. На Сайгу более там дорогие вещи смысла нету ставить. И так тоже хватает. Стрельба максимум 50-150 метров. Что я хочу сегодня сделать? Поставил прицел, вытащил с коробки, поставил. Он у меня вот здесь притык. Низкие кольца были, я их убрал, поменял, поставил чуть средний. Все четко сидит. Пристрелял, то есть сделал первые три выстрела в мишень на 50 метров. Попало по вертикали, ушло на 5 сантиметров, по горизонтали все ровно. Сделал несколько кликов, отсчитал как положено и все, вывел в ноль. Теперь хочу его потестить, стрельнет уже на 400 метров. То есть, если быть точным, вот у нас дальномер, все отмерено. До гонга у нас... 415 метров. Стрельнем патроном Барнаул. Обычный заводской патрон. Стоит, который уже 17 рублей. Каждый день дорожают. 8 грамм пуля. Скорость 650-660 метров в секунду. Короче говоря, стрельну на 10 выстрелов на 413. Я до этого стрелял не на камеру. Из 4 выстрелов, где-то 3, из 5 выстрелов 3 раза попал. Ну, я пристреливался, ловил. Короче говоря, посчитал по баллистическому калькулятору, программа Стрелок Про показывает 18 кликов наверх и один клик боковой. Все сделал. Сейчас будем уже стрелять. Потом, после этого, сделаю 30 выстрелов подряд. Посмотрим прицел, ну, постараемся сделать на него нагрузку. И также повторим на 50 метров. Посмотрим, если такое ушло или нет. В этот раз выбрал именно калибр 7,62, так как он мощнее чуть-чуть, чем 223. Тот другой прицел был на 223. Прицел нормальный, я вот заметил, по сравнению с обычными китайскими прицелами, он четко все сделан. Очень удобно вот регулируется кратность от 3 до 9. Очень плавно идет. Можно настроить окуляр, как на всех других прицелах. И очень хороший бонус – это регулировка отстройки от параллакса. Это очень важно, когда стреляешь на дальней дистанции. Так, меньше болтовни, давайте постреляем. Так, у нас дистанция 413 под таким углом. Немножко неудобно будет. Давай, если можно, направь, пожалуйста, камеру на гонг. Мы по-любому звук должны будем услышать. Так, к стрельбе готов. Давай, начнем. Первые несколько выстрелов пристрелочные, наверное, будут. Так, гонг вижу. Белый гонг, там, короче, стальная плита 10 миллиметров. Так, параллакс. Ставим на бесконечность. Так, мишень поймал, теперь стреляю. Попал. Попал? Так, на максимальной кратности чуть неудобно.
перегонка. Попал? Да. Есть попадание? Есть. 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 Попадал. Так, без проблем попадаю. Так, как вы слышали, из 10 выстрелов попал 8 раз. Первый выстрел вообще никуда не видел. Второй выстрел попал под гонг. То есть калькулятор, стрелок про чуть-чуть неправильно показал. Не знаю, ветра такого тоже нету. Наверное, 1 метр в секунду. Здесь, там, не знаю сколько. Ну, суть в том, что из сайги, вот с каратыша, 336 миллиметров ствол, попадать без проблем, это китайский прицел, друзья, стоит 5500 рублей. На 400 метров вот так можно попадать. Короче говоря, прицел держит. Сейчас постреляем, с 30 патронов высадим и также попробуем на ту же дистанцию 400 метров попасть. Так, сейчас я быстро темпово постреляю, как раз проверю тройку кратность, как она будет на 50 метров, удобно ли с него или нет. Стреляю темпово, короче, попробуем сымитировать нагрузку, отдачу на оружие. Сошками, наверное, уродливо выглядит, но не буду его снимать, потом ставить обратно, проблемно будет. Так. Обратите внимание, как у меня ствол не подбрасывает, то есть работает ДТК Буран 3 от Lynx Arms. И сократил газовый этот поршень, прикрутил вовнутрь, снял штифт и прикрутил вовнутрь. Заметно снизилась отдача. Вот обратите внимание, давай с этой стороны, как ствол стоит на месте. Дадим стволу чуть-чуть остыть и стрельнем еще раз на 413 метров. В общем, ствол остыл, сейчас уже можно. Сейчас стрельну 6 выстрелов, не 6 даже, ну 5 выстрелов в мишень и 4 выстрела уже тоже на 413 метров. Посмотрим, ушло у нас СТП или нет, куча расползлась, целик, сетка у нас двигается или нет. После 30 выстрелов. Так, сперва стреляю на гонг 413 метров. Так, уже темнеет, честно говоря, плохо видно, вот гонг нашел. Гонг нашел, можно стрелять. Есть? Так, последний выстрел попал. Так, теперь по мишени остальные выстрелы. Так, главное параллакс настроить. И у меня он настроен под дальнюю дистанцию 400, и возвращаем на 0, и боковую тоже на 0. Все. Теперь осталось пойти к мишени и посмотреть результат. Итак, мы у мишени
как и был пристрелен прицел, сетка, ну, чуть-чуть там есть, вот у меня вот здесь было СТП. Вот видите, 5 выстрелов я сделал, один выстрел я сорвал, вот этот он был, я вот реально почувствовал, что... Я думал, последнего патрона нету, я думал, туда все выпустил, оказывается, один патрон еще остался, я его сорвал. Вот у меня куча на месте, то есть СТП даже если на пару сантиметров, даже если сдвинулось, это бывает даже на, ну, она вот так будет плавать, СТП, но это в районе 1 сантиметра. А вот зацените, куча, все почти в одну дырку. Если вот это убрать... Здесь по дальним 1.5 сантиметра. Это на 50 метров, друзья. Короче говоря, что можно сказать? Прицел годный. Мне, например, понравился. Для сайги, для небольшого калибра. Я не знаю, большие калибры, например, 54. У меня еще есть такой же прицел. Его уже будем испытывать на 54 калибре, на СВД Тигре. 54 патрон. А этот прицел вполне годный, шикарный. Как раз на сайгу вот такую можно без проблем ставить. Меня человек не просил его хвалить, там, рекламировать, но я вот то, что сам вижу, да, говорю, очень доволен остался сегодня. От души с него пострелял, сами видели, на 413 метров без проблем можно попадать с такого коротыша и вот таким китайским прицелом. Стоит 5500 рублей, ссылка будет на описании и в закрепленном комментарии. Кому интересно, зайдите, посмотрите, у него хорошие вот такие прицелы продаются. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.